Африка взялась за свое. Мне кажется, переключился этот на Леона Марсель. Так, смотри. Так, что это, Кристина? Кристина радуется, не знаю чему, что собаки поели. Вместо Африки за воспитание, за похудение. Леон. А чего мне пришли? Идите к Марселю, играйтесь. Леон, это не Африка, ой, Марсель. Там весовая категория, ого, намного меньше. Леон не сдается. Зато как красиво Филя наблюдает. Филя, ну дайте я посмотрю. Еще ближе посмотрю. Ой, наблюдает Филя за собаками. И за Марселем. Все, Марсель, собаки устали или ты устал? Быстро вы устаете. Слом, иди к нам. Передумал. Потому что коты все остальные, вон уже уставшие. Уже все. Уже поели, да? Настроение поднялось. Совсем другое дело. И тоже. Шлом, иди к нам. Опять ушел. Он не идет. Близухи. Марсель, куда ты пошел? Я там еще буду мыть. Тут надо сено новое положить. Вылазь. Марсель, выходи. Клеточное животное. Клеточки мы любим. Выходи, надо вот тут будем убирать. Марсель, выходи. Там еще грязно. Это хорошо, выйду, может быть. Надо меня долго уговаривать. Здрасте вам. Так ты там сел, да? Тебя закрыто, может быть? Нашел где спать. Диваны есть чистые вон. Ой, бубочки ждут. Бубочки тебя ждут. Чего ты в эту грязь сел? Просто свинь, что сказать.